получил вот такую посылку из AliExpress, купил телефон. Смотрите, упаковка открытая. Я не доглядел, потому что сразу получал несколько посылок. Я посмотрел, что упаковка открытая. Открыли, по-моему, в нашей почте. Вряд ли продавец так не очень осторожно упаковывает. Вот смотрите, оторвали, потом скотчем приклеили. Что хотели от этого, я не знаю. Здесь телефон Lenovo S650. Вот телефон. Телефон легкий. По-моему, здесь нет батареи. Сам аппарат отложим. Здесь макулатура. То есть внутри инструкции лежит вот так вот. Потом сам посмотрю. Защитная пленка. Зарядное устройство вот такое вот. Компактное. Переходник на нашу розетку. Кабель USB, micro USB. Как будто бы все очень качественное. И наушники некачественные. Если не вакуумные, значит уже фуфло наушники. Все, ничего больше нету. Телефон реально легкий. Посмотрим. Тонкий. Сами посмотрите. Здесь 4,7 дюйма дисплей. Может включиться. Кнопка включения. Сейчас откроем крышку и посмотрим. Может быть, без аккумулятора дошло. А может быть, украли у нас аккумулятор. А может, аккумулятор внутри. Я просто паникую. Это аккумулятор внутри. Проклеенный аккумулятор. Сейчас отклеим его. Постарался китаец. Все. Отклеили. Две сим-карты у него. Полноразмерные. И microSD-карточка. До 600... microSD-карточка до 64 гигабайта. Аккумулятор 2000 мАч. Производитель заявляет, что с одной зарядкой можно работать где-то 3 дня. Телефон стоит на AliExpress 150 баксов. Я тоже заплатил за этот телефон $150. Давайте включим телефон. Здесь 4,7 дюймов экран, IPS-матрица, 4-ядерный процессор и 1 гигабайт оперативная память здесь. Если не ошибаюсь, 8 гигабайт встроенная память, внутренняя. Я не помню уже, потом по характеристикам посмотрю. Вот включился аппарат. Подключился телефон. Смотрите, какой сочный и красивый экран. Разрешение здесь HD, если не ошибаюсь. Android стоит 4.2.2. Русский язык здесь уже вставлен. Вот послушаем рингтоны, как звук этого аппарата. Звук отличный.
громкий. Здесь, вот здесь кнопки качелька звука. Вот такие клевые рингтоны. И все. Посмотрим, как снимает камера. Камера запустилась со второго раза. Здесь автофокус присутствует. Вспышка тоже. Такая вот. Сейчас проверим фотографии. Качество. Вот такая вот фотография получилась. Ну, потом оценим фотографии. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока.